Всем привет! С вами канал Art Mania. И декабрист у меня до сих пор цветет. Сегодня уже где-то середина января. Ближе уже там к середине января. Посмотрите, какой красивый. Какие там дебри прям такие. Я люблю. Жалко, что он цветет со стороны окна. И передвигать его тоже нельзя. Здесь уже он завяли. А вон там он распустился свеженький. Не видно. И долларовое дерево. Ну, как красиво, посмотрите. Бутон прям такой огромный, толстый, большой. Все-таки, по-моему, вот эти вот, когда росли, они не такие были толстые. Даже тут вот ножка осталась. Тут ножка, она прям тоненькая, вот эта ножка толстая. Видимо, он набирался сил, он уже, по-моему, не цвела у него ножка уже давно, года полтора, наверное. Вот он набрался силы и быстро так растет. Ощущение, как будто это цветок какой-то, у него прямо такие листочки вот идут какие-то. Как будто вот бутон какой-то, вот какие-то лепестки, что ли, я даже не знаю. А вот это, в свою очередь, конечно, начинает желтеть, потому что, видимо, сил не хватает ему. Вот, зато остаются вот эти вот зеленые. Этот как будто упал. Видимо, он так должен быть. Этот зелененький прям такой. Он такой зеленый. А этот желтеет. Но в прошлый раз я вам, кстати, показывал. Он желтел. Давно уже он желтел. Посмотрим, что с ним будет. Вот. И здесь, кстати, у него есть у долларового дерева здесь картошечка такая, которая должна быть наружу. Ну и, конечно, тут земли немножко не хватает. А здесь у декабриста он у меня посажен сбоку, видите, да, вот тут вот сбоку. Потому что я планировала найти еще цвета декабриста и хочу сделать один декабрист, три разных декабриста в одном горшке. Вот, ну и мошки тут, конечно, еще летают. И у меня зацвел еще один цветок. Сейчас я вам покажу второй цветочек. Так, обещала вам заснять цветочек. Вот он такой. Цветет он у меня уже второй раз. Цветет, кстати, он очень долго. Он около месяца, наверное. Цветет. Это вот как раз вот тот цветок, вот, который я пересадила с маленького аквариума такого, не помню, как это называется. Он прям вытянулся, он какой, смотрите, большой. И лист какой большой стал, длинный. Тут вот еще листочек растет. Еще он там, он вылез. Тут тоже лист какой красивый. Вот. И вот тут у меня есть еще розочка. Она начала не цвести, а листочки уже появились. Вот. Я жду, пока у нее появятся корни. Она у меня стоит в стаканчике вон. У нее вода есть? А у нее уже мало воды осталось. Вот, жду, когда у нее появятся корни. И хочу ее посадить в горшок. Хочу розу в горшке, чтобы у меня была. Вот. И также наш гибискус. Никак он у меня не цветет. Жду ваших советов. В прошлый раз я у вас советы спрашивала, но мне никто ничего не написал. И спрошу в этот раз, что надо сделать, чтобы он зацвел. Вот. Не цветет уже полтора года. Тусят, кстати, вот тут стали такие зеленые. Зелененькие такие. Ну, я вам обещала показать свой цветочек. Такой красивенький. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока. Пишите комментарии обязательно.